Сегодня мы хотим просветить яйца, посмотреть, какой у нас оплот. Так. Так, вот у нас живой, плавает там цыпленок. Видать? Вот он как там развивается. Сосудики, видать. Так, сейчас следующее посмотрим. А это у нас пустое, потому что вот неоплодотворенное. Вытаскиваем его. А тут тоже цыпленочек есть. И тут вот цыпленочек есть. О, там плавает. А вот здесь есть. Так, ну вот мы убедились. 5 штук у нас не оплот. То есть совсем пусто. Ничего нету. 5 мы подписали вот под вопросом. 1, 2, 3, 4, 5 у нас под вопросом. Остальные вроде все оплодотворенные. Сейчас мы их ставим на место. Укрепляем тут все. И ставим прогреваться.